Господи, простите. Прости. Прости, простите. Это ты мне прости. Путаюсь у тебя под ногами. А что-нибудь случилось? Мелко чудит? Нет, все в порядке. Просто пора начинать показ. Ну да. Кто-то должен сказать вступительное слово. Раньше это делали вы. Ну да. А показы всегда открывает президент. Раньше это был отец, потом я, ну а теперь ваша очередь. Ну какой же я президент? Нет, вы это как раз самый настоящий президент. И давно этого достойны. А, может быть, вы? Пожалуйста, откройте показ. Я? Угу. Нет, ну что вы, перестаньте. Эта коллекция – это абсолютно ваша заслуга, а я здесь что? Вы вложили туда труд, так сказать, усилия, душу свою. Я тут ни при чем. Если честно, я боюсь. У меня нет опыта общения с публикой. Нет, я, конечно, мог бы сейчас выйти, сказать несколько слов зрителям, но они ждут не меня, а вас. Это ваше право, вы давно его заслужили. Господи, я не могу. Катя, послушайте меня, посмотрите на меня. Вы смелый человек и талантливый. У вас все получится. Вы сейчас пойдете к зрителям. Главное, ничего не бойтесь. Они ждут вас и только вас. Понятно? Все, я в вас верю. Простите. Удачи.